Комментируя свое предыдущее выступление, я, честно говоря, хотел поговорить вот об этой книжке. Это маленькая брошюрка, вышедшая в Биомедгизе в 1934 году. Времена были страшные. Понятно, что наверняка эта брошюрка выпускалась по заказу правительства, но для нас важно, что, по крайней мере, по отношению к психоневрологии вообще, в ней смогли более или менее честно высказаться все главные создатели советской психиатрии и психологии. Я думаю, что для очень многих из нас, для психологов и для психиатров, такие имена, как Выгодский, Гелеровский, Гуревич, Кроль, Шмарьян, в общем, мы их знаем, они составляют основу науки. Вот что написано в этой книжке и что все более и более актуальным становится для нас сейчас. Цитирую. Фашизм выдвигает идеи борьбы за возврат к первобытности, за примитивность и чистый биологизм человеческого бытия. Биология и медицина призваны сыграть решающую роль в средневековой идеологии фашизма. В психиатрии в значительно большей степени, чем в других областях медицины, проявляется тот факт, что врачи рвутся к политике и власти в фашистском государстве. Конец цитаты. Обратите внимание, самая главная проблема, которую поднимают Выгодский, Гедеровский, Гуревич, это проблема несводимости человека к одной лишь биологической, или, как у нас сегодня называют, физиологической, биохимической составляющей. Ну, понятно, что для советской психиатрии того времени альтернативой этой составляющей и необходимой второй составляющей была классовая и социальная составляющая. Но, тем не менее, здесь очень точно подмечено то, каким образом возникает фашизм. Фашизм начинается с того, что человек сводится к одним лишь биологическим свойствам. Я вспоминаю все время, что в 1914 году один из основателей отечественной психотерапии, замечательный психиатр, профессор Яроцкий, в книжке, которая называлась «Идеализм как физиологический и лечебный фактор». Только вдумайтесь, «Идеализм как физиологический и лечебный фактор». Писал буквально следующие слова. Попытка сведения медицины к одним только биологическим проблемам с легкостью превращает медицину в ветеринарию. Я думаю, что сегодня это имеет отношение ко всей медицине вообще, но к психиатрии в частности и особенности. Справедливости ради я должен отметить, что даже в нашей стране психиатрические больницы пытаются как-то открывать свои двери и включать социальную составляющую в свою работу. Но вот те самые тенденции, которые в этой книжке обозначены как тенденции нацизма, вне всякого сомнения, начинают проявляться с неожиданной стороны, из области наркологии, которая была и остается одним из разделов психиатрии. Надо сказать, что в теории она должна быть тем самым поведенческим, психологическим разделом, поскольку в первую очередь наши больные нуждаются в тех или иных формах перевоспитания. Перевоспитание можно именовать по-разному – психотерапией, реабилитацией, но в любом случае до появления во главе науки группы под руководством Евгения Алексеевича Брюна.
До этого всем было очевидно, что если пациент, страдающий алкоголизмом или наркоманией, не обретет в жизни какую-то иную систему ценностей, он никогда не сможет отказаться от своих пагубных привычек. Это казалось всем настолько очевидным, что только отмена этого факта некоторой теории Евгения Алексеевича Брюна, теории, которую на самом деле он сам называет теорией третьего эндогенного психоза, как бы перечеркнула все взгляды психиатрии в этом направлении, которые в действительности развивались с самого начала этой науки как дисциплины. Даже Сергей Сергеевич Корсаков, который первым из отечественных ученых создал научное представление о наркологии, писал и говорил именно об этом. Сегодня понятие зависимости группой Евгения Алексеевича Брюна понимается настолько широко, что практически каждый из наших детей после, например, проведения так называемого тестирования в школах может оказаться в группе зависимых. Евгению Алексеевичу не удалось создать никакой теории третьего психоза. Давайте я попробую объяснить коллегам, почему это невозможно. Дело в том, что психиатрия, в принципе, спекулятивная наука. Это наука языка. То есть, она состоит из системы терминов, точных определений этих терминов. Так вот, эта наука описывает два эндогенных психоза – шизофрению и маниакально-депрессивный психоз. Поэтому любые попытки создать новый язык и описать третий эндогенный психоз как бы одновременно являются полным выпадением за грани всего того, что сегодня называется у нас в стране психиатрией. Ну, как бы создаете учение о третьем эндогенном психозе, значит, создаете некую новую психиатрию или свою психиатрию. Из этого ничего не получилось. И поэтому сегодня взгляды Евгения Алексеевича для подавляющего большинства врачей сводятся к тому, что любая зависимость, давайте еще раз подчеркну, в том числе компьютерная, зависимость от любви, лудиомания, зависимость от игр, является вариантом некого эндогенного психоза, то есть шизофрении. Вообще говоря, это страшная беда нашей страны, страшная и незаметная большинству даже думающей публики, по той простой причине, что думающая публика, в общем, не очень привыкла думать в терминах медицины и психиатрии. И поэтому все те манипуляции, которые проводятся с нашими терминами, проходят для общественности абсолютно незаметно. Группа Евгения Алексеевича Брюна пробовала придумывать разную всякую терминологию для того, чтобы создать учение об этом самом третьем эндогенном психозе. Вот у меня есть такая замечательная распечатка. Вам удастся найти ссылку в интернете только в том случае, если вы наберете вот это словосочетание, которое у вас сейчас на экране. Почему? Я попробую объяснить. Потому что не только вы, ни я, ни физики, ни математики не понимают того, о чем повествует Евгений Алексеевич Брюн и его соавторы. Причем учтите, пожалуйста, то, что вы видите, это название доклада на первой международной конференции по вопросам наркологии. Честное слово, я не шучу и не издеваюсь, и даже не буду приводить шуток по этому поводу. Давайте я прочитаю вслух. Сингулярная энтропийная типология личности от создателей трансэквисингулярной альтероксии или альтероксии, я не знаю.
инвариантная матрица, последовательность реабилитации, инновационная методология в наркологии. С виду эти вещи никак не связаны. Но на самом деле Евгений Алексеевич Брюн, подписавший эти материалы, я, конечно, не думаю, что он писал их сам. У меня все больше и больше возникает подозрение, что очень трудно найти материалы, которые писал он сам. Ну, впрочем, это отдельная совершенно тема для разговора. Так вот, здесь используются все псевдонауки, которые только можно придумать. Теория биологических энергий, псевдофизика и псевдоматематика. Поверьте мне, что математики, которые это читали, смеялись в голос. Сами понимаете, как некая альтернативная психиатрическая наука и как способ оправдания огромного бюджета, который потрачен государством на Московский научно-практический центр наркологии, это все вряд ли годится. Я держу специально эту бумажку, если наберете, сможете почитать фрагменты. Вот что интересно и что заставляет меня постоянно задумываться о связи вот этой брошюрки «Комплексная методика диагностического тестирования для выявления потребителей наркотических средств». Я уже показывал ее, по-моему, в предыдущем видео. Она поразительна совершенно тем, что ее написал главный нарколог Минздрав соцразвития Брюн и утвердил главный нарколог Минздрав соцразвития Брюн. Вообще современные науки, особенно наркологической, можно позавидовать. Представляете себе, сам пишу методические рекомендации и сам, разумеется, их утверждаю. Ну, какие там экспертные советы? Они, в общем, никому не нужны. Давайте я еще раз, несмотря на то, что повторяюсь, объясню, почему я считаю эту брошюрку такой опасной для общества. Вот пункт 7.2. Основными ошибками интерпретации результатов является неполный сбор информации по приему лекарств, прописанных врачом или безрецептурного отпуска, а также контроля биологически активных добавок. Так, применение некоторых седативных препаратов, антидепрессантов и антибиотиков может дать ложноположительный результат. Аутоиммунные заболевания, недавно перенесенные тяжелые инфекции, недавно сделанные прививки могут вызвать повышение уровня антител к психоактивным веществам в организме и дать ложноположительный результат. Не следует проводить исследования на выявление антител у женщин в период менструации и во время беременности. Возможен ложноположительный результат. Аналоги психоактивных веществ могут входить в различные субстанции, которые не принято называть наркотическими. Например, в курительные смеси, в том числе при курении их кальяна. Иногда в алкогольные напитки в ночных клубах, энергетические напитки, пищевые добавки, добавки для спортсменов, потрясающе, и так далее. Я читаю это уже второй раз по одной очень простой причине. Дело в том, что загадка этой методики иммунохимической диагностики возможных потребителей психоактивных веществ разгадывается очень просто. Ее никак не мог написать Евгений Алексеевич Брюн, потому что он, как и я, психиатр, нарколог, но ни в коем случае не иммунохимик. Это профессиональная работа. Я бы очень хотел проверить знания Евгения Алексеевича Брюна и Елены Игоревны Сокольчик, это его главный врач, по иммунохимии. Но я просто боюсь, что мне никто не даст возможности этого сделать. Может быть, члены ВАК как-то заинтересуются этим фактом. Ну, в общем, я даже не об этом.
Я о том, что если кто-то учился в медицинском институте, то он знает, что есть одна проблема у иммунитета. У него есть компонент специфического иммунитета или специфических антител и неспецифического иммунитета, то есть общей защитной реакции всего организма. Поэтому любое иммунохимическое тестирование является относительным, поскольку одновременно показывает не только специфический, но и неспецифический иммунитет. Поэтому любой ваш ребенок, который пройдет такое тестирование, может оказаться под подозрением в наркологическом диспансере. А там ему поставят диагноз, нет, не третье эндогенное заболевание. Оно никем не обосновано. И даже не эту трансэквисингулярную альтероксию. Нет. У него предположат шизофрению и начнут кормить его психотропными препаратами. А беда вот в чем. Беда в том, что вот такой биологический взгляд на то, что происходит с душой человека, очень выгоден врачу, которому некогда, в наше время некогда задумываться о совести. Вы представляете себе, как просто сегодня будет жить наркологу, например. Ну, как, впрочем, и психиатру тоже, уж простите меня, коллеги. Есть всего одна болезнь – шизофрения. С огромным количеством всяких разных форм, но одна. К этой болезни мы, из того, что имеется в аптеке, можем подобрать около десятка препаратов. И все. Это даже уже не ветеринария. Ветеринария куда сложнее. Это примитивный фельдшеризм. Вот что происходит с нами, когда мы скатываемся на одни биологические позиции, совершенно не хотим учитывать существование человеческой души, или хотя бы законов человеческого общества, общения, любви и многого-многого другого. А очень интересно, что в прошлом году большая группа, около 40 ведущих профессоров-наркологов, обращалась в Российское общество психиатров с открытым письмом, вы можете посмотреть его на сайте. Вот что пишет группа психиатров, в которую входит наш учитель, госпожа Пятницкая, профессор Менделеевич. В общем, я не стану читать весь список фамилий, а прочту лишь фрагмент этого письма. Мировая психиатрия рассматривает аддиктивное, то есть зависимость, аддиктивное влечение исключительно как поведенческое, а не как психотическое расстройство. Используя более чем спорную концепцию о патологическом влечении, имеется в виду влечение к объекту зависимости, например, к водке, да, как проявление бредового психоза, предлагается внедрение процедуры недобровольной госпитализации по отношению к пациентам с синдромом зависимости. Еще раз напоминаю, насколько сейчас расширяется понятие зависимости тем же Евгением Алексеевичем Брюном. Подобные инициативы являются следствием того, что отечественная наркология в течение 35 лет развивается вне общемировой психиатрической науки, а в последнее время переживает глубокий системный кризис. Простите, что я погружаю вас в пространство психиатрических дискуссий, однако хочу сказать еще раз, я боюсь, что нам сегодня чуть-чуть надо разбираться в ловушках науки, тем более, если эти ловушки относятся к нашим детям. Так вот, конечно, на сайте, на это письмо есть внятный и большой ответ Евгения Алексеевича Брюна. Обратите внимание, для меня главным в этом ответе являются два параметра.
Первое. Евгений Алексеевич утверждает, что проблема зависимости сегодня, слушайтесь, антропологическая цивилизационная проблема, главный вызов современности, рационального решения которого еще не найдено. Ну, естественно, никем, кроме специалистов по сингулярной энтропийной трансэквисингулярной, вот этой вот самой альтероксии. А вот вам решение. Видите, только вы ничего не можете понять, поскольку решение же гениальное. Кроме того, письмо обвиняет всех профессоров в том, что они либералы. И вообще оно как бы посвящено борьбе с либерализмом. Это сегодня модно очень в политике. Только вот политики и борцы с либералами как-то все время забывают, что такие ценности, как здоровье, права человека, права больного, собственно говоря, являются либеральными ценностями. Стоит их откинуть, как у нас получается вот это. Вот, психоневрология фашизма. Наука, цитирую, это не я, это Геббельс. Наука, искусство, культура, должны быть подчинены требованиям политики. Нам не нужна либеральная объективная наука. Критерием науки должна быть полезность или вредность государству. А дальше, как вы понимаете, все будет очень зависеть от того, какому именно государству полезна или вредна эта наука. Ну, например, тестирование школьников и подозрения при выявлении у них зависимости о том, что у них есть некое эндогенное заболевание, включая сюда шизофрению, крайне выгодно государству, которое будет брать взятки с родителей этих школьников. И, конечно же, самим и, конечно же, самой группе Евгения Алексеевича Брюна, которая, обладая полной властью над всеми наркологическими диспансерами в Москве, и будет получать все данные обо всех подозрениях, ложноположительных или положительных результатах, которые будут собираться в школах. Таким образом, только для слепых еще не демаскированы тенденциозные побасенки об аполитичности, внеклассности или надклассовости науки или медицины. В самых, казалось бы, аполитичных областях науки, таких как оториноларингология, ученые добросовестно выполняют специальные заказы хозяина. Если вам интересно, то имеется в виду группа исследований, которые в 30-х годах выполняли фашистские врачи о форме носа от лиц, родившихся от смешанных браков евреев и неевреев. Вот что пишет Брюн в своем ответе психиатрам. Это антропологическая цивилизационная проблема. Есть у меня тайное подозрение, что вот эта антропологическая проблема через некоторое время может стать, ну, не расовой, конечно, но почти. Мы разве сейчас не пытаемся создать из наркоманов, больных ВИЧ, касту неприкасаемых и свалить на нее половину, если не все, беды нашего государства, наших детей? Разве все это, по сути, не является попыткой подменить воспитание биологией и нейролептиками? Ну, раз вы не знаете, как воспитывать своих детей, то давайте будем их лечить. Ну, если не совсем от шизофрении, то, по крайней мере, почти от нее. А вот, пожалуйста, почти антропологический
разговор. Ну, термины, может быть, чуть-чуть изменились с 1934 года. Вот что пишет наша группа психологов и психиатров в этой брошюре. Криминальная биология в лице психиатров-антропологов. Масштаб Евгения Алексеевича. Разрабатывает мероприятия по борьбе с преступностью на основе чисто наследственно-биологических исследований и показателей тестовых анкетных опросников. Вполне ясен классовый смысл этой теории, направленный к тому, чтобы биологизированием скрыть социально-классовую природу преступности и криминогенности поведения личности. Советская наука может противопоставить этой плоской реакционной теории ламбразианство как выражение идеологии загнивающего капитализма, блестящие достижения по линии борьбы с преступностью с помощью социального перевоспитания. Во всех этих антропологических и биологических теориях, которые непонятны широкой публике, непонятны они и государству, и тем людям, которые отдают сторонникам этих теорий фактически серую власть над нашими детьми, над будущим поколением. Большой опасностью для культурного народа является сохранение плохого потомства. Число детей, душевно больных, слабоумных, пьяниц, психопатов, даже больше, чем число детей остального населения. Это должно заставить нас задуматься. Задачей государства является поддерживать здоровое и уничтожать больное. Необходима стерилизация неполноценных и пьяниц. Необходима стерилизация наследственно больных преступников. Врачи должны работать над выявлением неполноценности вместе с государственной властью. Конец цитаты. Как видите, времена меняются мало. Только об одном хочу, чтобы задумались те, кто досмотрит этот материал до конца. Если мы сейчас тоже как-то начнем изолировать, лечить нейролептиками, то есть лечить от шизофрении, неполноценное поколение, не останемся ли мы без будущего совсем? Не уничтожим ли мы и без того слабенькое поколение, рождающееся в нашей стране в условиях отвратительной экологии и отвратительного питания? Может быть, все-таки стоит, хотя бы в медицине, иногда вспоминать о так называемых ценностях либерализма? Уж простите меня за внимание.